Филармония рядом. Рубрику с таким названием запускает в соцсетях Тюменское концертно-театральное объединение. В ней будут рассказывать о коллективах Тюменской филармонии, дирижерах, солистах и концертмейстерах. Первым героем рубрики стал филармонический оркестр. Это один из основных коллективов учреждения. Он появился в 2015 году. В конце ноября в областной столице состоялось его первое выступление в рамках музыкального фестиваля Дениса Мацуева. С тех пор Тюменский филармонический частый гость на крупных фестивалях нашего региона и не только. Сегодня в составе оркестра играют 67 музыкантов. Это лауреаты всероссийских и международных конкурсов, приехавшие из разных городов России, ближнего зарубежья и Канады. Журналист пресс-службы Ирина Алькаева расскажет в следующих выпусках о хоровой капелле, оркестре Камерата Сибири, ансамбле «Санрайз» и других коллективах. Также героями станут дирижеры, солисты и концертмейстеры. Все артисты очень скучают по слушателям. И эта рубрика – своеобразный привет любимой публике от Тюменской филармонии.